Здравствуйте, дорогие мои друзья! Начиная с середины 10-х годов, а можно так сказать со второй половины, люди начали потихоньку сходить с ума. Огромное количество СМИ всячески различного, всякие политики, аналитики, анаболики раздули в интернете информацию, что злые политиканы и различные социальные сети собирают данные и в любой момент передадут все это дело спецслужбам. Народ так ошалел, что перестал доверять операционным системам, шарахается от мессенджеров социальных сетей. У некоторых так зашкалило ЧСВ, что они думают, что лично большой брат следит за перепиской. Большому брату очень важно, сколько ты сегодня украл с торрентов, сколько назвал раз соседа по дому мудаком и самое главное, какие ты смотришь каналы на ютубе. Естественно, разработчики социальных сетей почесали бубен и поняли, что нужно что-то делать. Поэтому компания ВКонтакте позволила пользователям выкачивать личные данные. То есть все, что вы загрузили в данную социальную сеть, вы можете выкачать. Естественно, пока все это в тестовом режиме. Короче, как это работает? Делайте запрос. ВК вам высылает одноразовый пароль. Вы это все дело подтверждаете. И появляется ссылка, которая доступна только из вашего профиля. И вуаля, вы получаете zip-архив. Ну, естественно, архив вы не сразу получите. Придется подождать от нескольких минут и даже вплоть до нескольких дней. Ну, естественно, все зависит от той информации, которую вы туда загрузили, а точнее местоположение, данные при регистрации, обращение в поддержку, данные из описания профиля, история посещений соцсети и данные об устройстве, с которого вы туда заходили, история публикации подписки, сообщения, медиафайлы, на которых отметили пользователя, платежные данные и информация третьих лиц. Также сообщается, что данную функцию должны были предоставить еще в августе 2018 года, но, видите, задержали до конца осени. Но я вот что вам скажу. Вашу информацию давным-давно уже украли и продали компаниям, которые будут теперь вам пихать рекламу. И еще, как мне кажется, спецслужбам на вас насрать. Ну, естественно, пока вы не начнете заниматься чушью. Недавно захожу к себе в ICQ. Там у нас есть болталка. Какой-то придурок туда влез и начал писать всякую чушь для того, чтобы его там, короче, захапали спецслужбы. Там он и про священников что-то писал, высылал какую-то хрень про убийство. Я не буду сливать информацию про данного человека, то есть кто это писал. Я просто ему скажу, что он безмозглый полуфабрикат. Естественно, за 2 дня то, что тот идиот там тусовался, никто никого не схватил, никто ни за кем не выехал. Я его даже не блокировал, просто сожрал его морально, и он сам выпилился. Что хочется сказать, люди, не сходите с ума. Ну, а я на этом заканчиваю ролик. Всем пока, спасибо за внимание.